Не на словах, а на деле. Глава городского округа Владимир Ужицкий вместе с начальниками управления, депутатами и общественниками в рамках проекта «Прогулка с главой» проехал по городским улицам, чтобы не только увидеть проблему, о которой сообщают жители, но и устранить ее. На этой прогулке побывали мои коллеги. Октябрьский проспект, дом 7. Не так давно здесь уложили новый асфальт. Вот только рабочие забыли про этот небольшой участок. Эта проблема не дает местным жителям покоя, поэтому они обратились в Добродел. Глава поручил специалистам в течение недели устранить недостаток. А это уже улица Инициативная. Жители пожаловались на владельцев автомобилей, оставляющих машины вдоль дороги. Полусферы проблему не решили. Автомобили по-прежнему припаркованы на проезжей части. Понятно, что машины паркуются, где только место есть, по той лишь причине, что надо до рынка дойти. Поэтому подумаем сделать такую платную парковку для тех, кто приезжает на рынок и мог оставить машину и пойти. По той лишь причине, что любая парковка, она требует содержания, особенно в зимний период. Поэтому я сторонник того, что такие парковки надо делать платными. Куда серьезнее проблема на Комсомольском проспекте. Газон на одной из главных городских артерий автовладельцы превратили в стоянку. Вопрос решен на месте. Здесь будут установлены столбики. Транспорт на газонах должен быть. Проект «Прогулка с главой» организован «Единой Россией». За время его реализации устранено множество нарушений. Здесь вся идея в том, что житель приходит непосредственно на саму встречу. То есть он написал обращение и пришел вместе с главой, с представителями Совета депутатов, с представителем партии. Посмотрели и решили эту проблему сразу же на месте. Житель, естественно, дается доволен. Если у него возникают какие-то еще вопросы, он задает эти вопросы. Вот если вопросов нет, он говорит, все хорошо, спасибо, и остается доволен. Решение этих вопросов не требует больших затрат, поэтому в течение 5 дней все недостатки будут устранены. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.